Привет, ребята! Приветствую вас на своем канале. Сегодня я на даче, опять дачные зарисовки. Сегодня я надумал скоптить и мясо, и курицы, и, конечно же, хочу скоптить своих пиней, которых я недавно поймал. Вначале, конечно, буду коптить мясо, вместе с куриными окорочками, а потом уже рыбу, потому что рыбу надо коптить после мяса, потому что, чтобы мясо не пропитывалось запахом рыбы. Ну, как-то так. В общем, поехали. Топочка уже затоплена. Разжигаю, разогреваю коптилку. В этом году крот меня больше не беспокоил, потому что каркас топки железный. И, в принципе, коптилка перезимовала очень даже хорошо. Ну, как-то в общих чертах так. Ну вот, коптилочка уже, как говорится, заготовлена. Здесь у меня весной были поселившиеся друзья. Видео сейчас я вставлю. Вот такие жители у меня тут появились. Открываем. И это ранней весной заселились. Ну вот теперь надо ждать, когда вылупятся. Хоть сам сиди. А вот и мои питомцы. Смотрите, в каком количестве. Ну вот, наши друзья съехали. Теперь можно мох убирать. Ребят, я не против птиц. Ну блин, вот это-то, блин, достало. Ну сколько же можно? Здесь еще одно гнездо. Надеюсь, вам видно. Посмотрим с другого ракурса. Обратите внимание, птичка занервничала. Вот она, видите? Нервничает. Все, ухожу. А здесь у меня, в этом розовом красивом кусту, смотрите, кто завелся. О, какие друзья. Что-то в этом году на птицы на меня страшно напали. То в коптилке завелась, то в туалете в стойке завелась. Теперь в розовом кусту. Ну, вообще какое-то нашествие птиц. Надо будет к донату записываться на курсы по строительству скворечников весной. Ну вот, коптилку я раскочегарил, поставил поддоны, как видите, чтобы жир капал именно сюда. Ну, сейчас буду раскладывать вот это вот мясо. Еще вот такое вот мяско будет с ребрышками. Фу, запотевает. Немножко приоткрыть, чтобы вверх уходил. Так, ну вот, это окорочка у нас. Мясо делал очень просто. Я, значит, соль, перец и чеснок. Ну, чеснока обильно. Здесь практически то же самое. Неля как-то делала по-другому. Это об этом еще поинтересуемся у нее. Все, закрываем. А вот и мяско жарится, начинает шипить все. Вот такое вот. Все жарится, все парится. Ну еще часик точно, как минимум. Ну а пока все у нас там жарится и парится,
Ну, решил заделать рыбу линей в данном случае. Что нам надо будет? Соль. Крышку я сразу сниму. Чеснок. Я нарубил его, не стал его давить. Ну и лаврушка. Все. Все ингредиенты. Ну и, соответственно, конечно же, рыба. Так, начинаем засаливать. Не обильно солю, так, более-менее слегка, потому что рыба все равно возьмет соли столько, сколько ей надо. И чесночок. Чесночок от души. Сверху тоже можно слегка обсолить. Вот один готов к старту. Разрезал, как видите, со стороны головы. Это маленькие линии, ему не так страшно, а вот с этим мне пришлось побороться. Пришлось вот здесь надрезать. Поскольку голову расколоть, ему я не знаю, что надо для этого. Топор, наверное. Так, ну что, здесь я забыл у нас лаврушки закинуть. Чутка. Соль, конечно, лучше поваренную, но здесь у нас мелкая на даче. Ну вот и все, рыба готова. Ну вот рыбку убрали в прохладное место. Это мое, что я делал. А это делала Неля. Как она делала, спросим у нее самой, поскольку она еще не приехала, но скоро приедет. Она по своему рецепту как-то делала. Пока я здесь один, поскольку надо было с утра раскочегарить коптилку, поэтому я приехал чуть раньше, ну и остальная братва подтянется попозже. Ну, как-то так, продолжаем свою миссию. Вот прошел час, сейчас попробуем, что у нас курица скажет. Знаете, курицу, по-моему, можно снимать. Ну, а мясо еще раненько. Курица у нас скоптилась, так что осталось мясо. Но мясо, сами понимаете, то дольше коптится. А это накрою тарелочкой и пускай оно полежит немножко. Ну, я думаю, что мясо уже готово. Пора его снимать. Крышечку сверху тоже снимем. Мясо. Он даже еще шкварчит внутри. Ну, вот такой вот у нас. Ароматы стоят, офигеть просто. Слюни, как у бульдога до земли. Ну что, пора раскладывать нашу рыбу. Рыбку разложили. Можно сейчас закрывать все и начинать заново коптить. О, сейчас добавим дров. Одна полежка осталась. Сгорится сейчас будет, все супер. Коптилка задымила по новой. Свежие дрова положил. Сырые вместе с обсушенными. Ну, думаю, что рыбка, ну, готовиться будет, может, какой час-полтора. Рыбка у нас почти готова. Скоро снимать надо будет. Я думаю, еще каких минут 20. Ах ты ж, блин. О. Ой, какой аромат идет. Вот так мы расположились. Санек. Ну, здесь все происходит. И шашлычок жарится. И девки
Девочки. Болтают. Девочки. Приятной наружности. Очень шикарных объемов. Пышных. Пышные, можно сказать. Не костлявые, заметьте. Отдыхали, будут варить свежака. Свежая картошечка только что с грядки. Свежий щавель только что с грядки. Единственное, не свежее, ну как не свежее, не снесенное только что яйца для супа со щавелем. Это куб. Потому что птенцы уже улетели. На юг подались. Так что будем готовить вкуснятинку. Будем наслаждаться свежим воздухом. Птицы, правда, улетели, все, тишина. Но кузнечики иногда сверкочут. Ну так ты расскажи. Отстань, противный мужчина. Насчет рыбы. Ну, у меня рыба самая элементарная. Я говорю, что я настолько отъелась этих всех пряностей в Англии, что сюда прилетая, я просто хочу того, с чего начинается родина. То есть... Соль и перец. Соль, перец, чеснок для копчения рыбы и мяса. Мясо у меня так же самое заделано. Только соль, перец и чеснок. Все, больше ничего. Не хочется больше ничего. Хочется с того, с чего начиналась родина. Самого элементарного, так что. Ну вот как-то так. Ты что, животное пугаешь? Ну вот, ребят, такое вот видео у нас получилось. Пожарили мясо. Точнее, скоптили мясо, скоптили рыбку. Вечером перекусили хорошо. Ну вот, сегодня уже с утра. Потихоньку наводим порядок. Ну и скоро поедем домой. Если вам понравилось видео, ставим лайки. Не понравилось, ставим дизы. Всем пока и удачи.